Сэндвич с курицей, салатом и миндалем. Белый хлеб для сэндвичей 8 кусков. Яйца 2 штуки. Рубленная зелень кинзы 2 столовые ложки. Миндаль 1/4 стакана. Салат 8 листов. Морковь 2 штуки. Майонез по вкусу. Свежие огурцы. Отварные куриные грудки 2 штуки. Миндаль обжарьте в сухой горячей сковороде 2-3 минуты. Размелите в блендере и смешайте с майонезом. Полученную миндальную массу нанесите ровным слоем на куски хлеба. Морковь вымойте, отварите, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую. Обдайте холодной водой. Очистите от скорлупы. Нарежьте морковь, яйца и огурцы маленькими кубиками. Листья салата тщательно промойте и нарежьте тонкой соломкой. Смешать морковь, яйца, огурец и листья салата. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Вареные куриные грудки нарежьте тонкими пластинками. Выложите салат на 4 куска хлеба. Положите сверху куски грудки и накройте оставшимися кусками хлеба. Приятного аппетита!